С радикальными исламистами борются не только в Европе и на Ближнем Востоке. В Кыргызстане предотвратили серию терактов. Как сообщает наш собственный корреспондент в стране Бакы Чермашев, силовики задержали экстремиста. У него были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств большой поражающей силы. О том, что подозреваемый готовит теракты, сотрудникам милиции стало известно из поступившей оперативной информации. Как выяснилось, экстремист долгое время занимался активной вербовкой жителей Ошской области для дальнейшей отправки в Сирию. Несмотря на молодой возраст, задержанному всего 19 лет, он проводил всю необходимую подготовку для переправки будущих боевиков, готовил документы, закупал билеты и лично провожал новых наемников в аэропорт, откуда они должны были лететь в Стамбул, а уже оттуда переправиться в зону боевых действий.